Ну что, друзья, привет! Сегодня у нас прямой эфир с клиники на Спиридоновке 12. Давненько мы с вами не виделись, но вот, в принципе, все исправлено. И сегодня мы будем выходить в прямой эфир, точнее, мы уже вышли. Будем разговаривать про процедуру лечения гипергидроза. Это та самая процедура, в которой мы проводим профилактику потливости подмышек. У нас на данный момент проводится акция, вы можете провести данную процедуру с выгодой до 25%, но сейчас я предлагаю заглянуть в кабинет, где у нас уже проводится процедура, познакомиться с доктором и посмотреть, как проходит процедура. Ну что, пойдемте. Так, это у нас кабинет номер 2. Все уже, наверное, с ним знакомы, кто у нас был. И тут у нас доктор Лупашко Оксана Вячеславовна, которая уже практически в кураже данной процедуры. Оксана Вячеславовна, ну что, я тут смотрю, что мы уже все необходимые манипуляции произвели. Вот на правой подмышке мы, кстати, видим пробу минора, которая проводится перед данной процедурой для того, чтобы определить, какая у нас степень потливости, да? Да, все верно. Эта проба необходима для определения степени потоотделения пациента и для подбора правильной дозировки. Это играет большую роль как в эффективности терапии. Нужно проводить как до, так и после, через 14 дней после процедуры. Ну, еще чтобы убедиться, что наши подмышки все-таки потеют. Так, каким препаратом мы сегодня будем выполнять данную процедуру? Потому что мы всегда говорим ботулинотерапия. Но мы знаем, что ботулинотерапии много препаратов. Вот сегодня у нас препарат, я вижу, в данном случае Диспорт. Диспорт, да. Мы рассчитали дозировку, у нас выйдет 200 единиц, по 100 единиц на каждую подмышечную область. Здесь мы провели, собственно, уже пробу и сделали разметку. Ну что, Оксана Вячеславовна, вы можете приступать. А я тут немножечко сейчас вам поприкрепляю картиночки, видео и покажу, что тут происходило, пока мы не выходили в эфир. Вот сейчас вы видите как раз первый этап. Это у нас проведение пробы минора. Мы нанесли сначала йодом данную область подмышечной впадины. Далее посыпали крахмалом. И там, где у нас участки успели вспотеть, ну, кстати, если мы еще подержим минут 10, то вы увидите более такую посиневшую подмышечку. Это значит, что в той области у нас проявились потовые железы, и стал вырабатываться пот. Вот. Далее мы все удалили. То, что мы проводили из опытов, это крахмал и йод. Продезинфицировали, провели разметочку. Разметочку вот вы как раз сейчас видите. Такие точечки. В данной точке у нас вводится сам препарат. И, в принципе, вот мы проводим уже инициирование. Так, напоминаю, что наши пациентки мы запланировали 200 единиц препарата Диспорт. 200 единиц это получается по 100 на каждую подмышку. Хочу сказать, что дозировка между мужчинами и женщинами, она немножко отличается. Сейчас Оксана Вячеславовна тут у нас доколет и скажет примерно, какое количество единиц требуется у нас для мужчин и для женщин. Ну, для женщин от 150 до 200, мужчин бывает чаще всего это 250 единиц. Да, мужчин 500 единиц в подмышке. Да, иногда и 300. Поэтому здесь, опять повторюсь, нужно проводить пробу и смотреть на ее, скажем так, результат. Понятно. Так, что у нас дальше еще интересно? Интересно то, через сколько у нас же проявится результат и сколько у нас будет он длиться. Мне кажется, это самый частый вопрос и, наверное, в принципе, волнует всех пациентов, которые проводят данную процедуру. Эффект развивается на 7-14 день. Мы оцениваем, да, приглашаем пациента повторно. И длится он от 6 до 12 месяцев. Но в среднем, я хочу сказать, это где-то 6-8 месяцев. Спортсменам необходимо учитывать, что ваш результат будет еще короче, потому что все-таки ботулинотерапия, она подвергается именно быстрому распаду, если вы активно занимаетесь спортом, ну, в принципе, ведете активный образ жизни. Ну, также после проведения процедуры мы рекомендуем не посещать бани, сауны и активную физическую нагрузку никакого не выполнять, а для того, чтобы препарат поработал и, собственно,
эффект был бы... Показал свой результат. Да. И хочу отметить, что это самый безопасный изученный препарат, его не стоит бояться, и пробуйте, делайте. Да, как раз у нас сейчас вот скидочка. Эх, немножечко я не подгадала с размером, но акция у нас весь июнь, -25%, точнее до -25% на лечение гипергидроза препаратом Диспорт. Преимущество в том, что чем больше единиц, тем больше скидка, потому что у всех, в принципе, лечение происходит по-разному. Точнее, в зависимости от количества единиц. Поэтому конкретное количество единиц, если вы никогда не делали данную процедуру, будет уже точно понятно и ясно на самой, перед самой процедурой. Но мы примерно сказали дозировки, какие у мужчин, какие у женщин, поэтому следует ориентироваться на это. Так, еще хочу задать вопрос по поводу того, что многие спрашивают. Это про то, что если мы введем... коррекцию подмышечных впадин, то где же будет у нас выходить пот? Пот будет также выходить из подмышечных впадин, но мы его нормализуем, то есть приводим в норму. Мы не блокируем полностью потоотделение, об этом надо знать. Собственно, для этого и делается проба и разметки, чтобы угу. не полностью заблокировать процесс потоотделения. Выделения. Да, да, да. Поэтому мы им и говорим, что у нас... данная процедура абсолютно безвредна, и это считается профилактикой лечения гипергидроза. Данную процедуру следует повторять в зависимости от того, насколько у вас будет хватать данного результата, но в среднем это 8-12 месяцев. Некоторые пациенты делают это только перед летним периодом, кому-то вот только необходимо в летний период, кто-то делает зимой. Еще хочу сказать, что в клинике у нас доступен аппарат MiraDry. Это аппаратное лечение гипергидроза. Здесь вы делаете процедуру один, либо максимум два раза и забываете про обильное потоотделение в подмышечных впадинах навсегда. Процедура проводится с анестезией, практически далее уже безболезненно при ее введении. И, в принципе, те, кто проводил процедуру, некоторых я знаю лично, могу сказать, что по сей день, уже 2.5 года, они не вводят препараты Диспорт и не пользуются дезодорантами, потому что мы решили данный вопрос. Поэтому, в принципе, у вас есть всегда выбор. Выбор препарата Диспорт, ботулотоксин, либо аппарат MiraDry для того, чтобы избавиться от проблемы обильного потоотделения. Кстати, хочу задать еще один, наверное, вопрос, Оксана Вячеславовна, по поводу препарата Диспорт и подмышечных впадин. Можем ли мы еще в какие-то области вводить, чтобы избавиться от обильного потоотделения? Да, конечно. Вторая по частоте обращения, именно коррекции гипергидроза, это ладони. Ладони и стопы. В эту зону также можно вводить данный препарат. Ой, как мне щекотно сейчас стало. Имеется в виду, для тех, кому очень важно сохранить сухость стоп и кистей, точнее ладоней, можно также вводить данный препарат. Ну, Оксана Вячеславовна, спасибо большое, что вы нам рассказали про данную процедуру. Отвлекать не будем, ведь у нас уже вторая подмышка ждет. Напоминаю, что акция проходит в клинике ЦДК весь июнь. Лечение гипергидроза с выгодой до -25%, а записаться можно по телефону +7 495 647 0711. Оксана Вячеславовна, пока-пока. Всего доброго.